Хиллари Клинтон, официально еще не вступив в борьбу, уже проигрывает, стали известны данные 4 соцопросов. Так вот, она опережает Трампа лишь в одном из них, причем с минимальным отрывом от 1 до 3%. А ведь несколько недель назад поддержка Клинтон только росла. Что касается Трампа, его популярность взлетела после съезда республиканцев, который прошел на прошлой неделе. Миллиардер выступил с очередным заявлением, в котором не обошел вниманием и Россию. Трамп считает, что отношения с Москвой надо восстанавливать в первую очередь для того, чтобы совместными усилиями бороться с ИГИЛ. Точно цитата звучит так: почему бы не вышибить вместе дух из ИГИЛ? И действительно, почему бы нет?